Браво-6, прием. Браво-6, вы меня слышите? Браво-6, доложите обстановку. Поезд прошел под Вестминстером. Мерзавцы использовали его в качестве транспорта. Внимание, Браво-6. Грузовики направляются в вашу сторону. Поднимайтесь наверх, чтобы встретиться с Браво-2. Вас понял. Давай, Бертс. Кажется, теперь мы одни. Враги пришли за нами. Это у нас стычка на станции Вестминстер. Принято, Браво-6. Команда в пути. Расчетное время прибытия 10 минут. Браво-6. Блокирующим! Расположи!
другом! Грузовик! Грузовик подбит. С нами все в порядке. Что с остальными? База, ответьте! База, где грузовики? Все нормально? Ты снимаешь? Итак, третий день в Лондон. И мы отправляемся... Сара, скажи папе, куда мы идем? Мы идем к Биг Бену! Правильно, к Биг Бену. Смотри-ка, прямо тут. Солнышко, тебе понятно? Папа, посмотри сюда! Посмотри на меня, папа! Она сегодня мысль как-то ведет, да? Сара, не уходи далеко! Птички, мама, смотри, птички! Твоя дочка. Точно вся в тебя. В 6.22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гиган! Мои люди мертвы или при смерти! Говорит Рамштайн, нас атакуют! Принято. Мы знаем о газовой атаке и направили к вам войска химзащиты. Это не газ! Нас атакуют сухопутные войска русских! Повторите, Рамштайн. Какие русские? Русская армия! Требую подкрепления немедленно! Свидетели сообщают о русских танках на Елисейских полях. Это был не теракт. Целью атак была нейтрализация нашей обороны и подготовка вторжения. Надо врезать им сейчас всем, что у нас есть. Сэр, мы потеряли связь с представительством в Гамбурге. Металл 01, командующий Оверлорд на связи. Направляйтесь в Гамбург. Операция по освобождению важного заложника. Кто это? Вице-президент. Чтобы вы прочесали путь впереди. Убедитесь, что мы можем двигаться.